Калейдоскоп красок и чувств. Уже в 11 раз волгодонскую публику чарует «Мираж». В этом году в рамках отчетного концерта коллектив поведал зрителям тайны грациозного искусства. Красоту и трудности мастерства оценила и наша съемочная группа. 160 участников в возрасте от 3 до 18 лет. Это образцовый ансамбль современной эстрадной хореографии «Мираж». В очередной раз коллектив порадовал публику своими постановками. Многие воспитанники ансамбля только делают первые шаги в мир хореографии. Выступление на концерте – это их дебют. Но, несмотря на юный возраст и неопытность, маленькие танцоры быстро завоевали любовь зала. В репертуаре «Миража» абсолютно разные танцы, от классического до современного. Каждый номер пестрит детскими улыбками и сопровождается овациями. Новое было, да, и классика была новая у нас, и новые джазовые номера, и детские практически все были новые номера. 50% программы мы даем каждый год обновленные, обязательно. В этом году «Мираж» провожает двух выпускниц. Девушки годами оттачивали мастерство, грацию, пластику и чувства. В этот вечер на их лицах самые искренние эмоции. Ощущения и радости, и грусти, ведь мы столько времени, сил отдали своему любимому ансамблю. Мы его очень любим, любим своих преподавателей. И очень жалко уходить со своего родного ансамбля. Но мы будем обязательно их навещать. Детство закончилось, начинается новая жизнь. Ольга Трегубова, Антон Набиев, новости ВТВ.